А вот еще accessories. Это для протекции вот этой части ноги, потому что по ней попадает больше всего, да? Чтобы не было перелома. Смотри, 1874 год. Форест Сэмюэл Уидо Сон. Leg protection. It's still part of the game today. Какие молодцы. Ведь они не только играют, они еще думают, как защитить ноги. Представляете? Вон, 1900-е годы, 1960-е годы, early 20, это самое начало 20 века. Это для женский белт. 1895-й женский белт. Вау. 1800 какой-то год. Застежки. Посмотрите, какие застежки. Как это все уникально. 1910-й. 1930. Это все больше 100 лет, больше 150 лет. Это современный вид. Уже видите, на там липучки. Офигеть. Ladies wore hats to keep long hair out of it. То есть, получается, это женские кепки, ну, помогающие deal with hair. 1895 год.